Стой! Ты нам тут не нужен. Проваливай! Увидел, раз я лучшую из жен. Помочь чем? Говори громко и быстро, железо накалилось. Значит, ты кузнец? Угу, по всему, видать, так. В кузне жарче, чем в аду. Пока молотом машешь, в глотке сушь. Угостишь? Вздрогнем. Спасибо. До дна за здравие. О, хорошо пошло. Заходи почаще. С меня причитается. Не всякий так меня выручает. Можешь выковать мне оружие и научить кузнечному делу? Ха-ха! Прямо полный набор услуг. Я занят, парнишка. Успею либо то, либо другое, но не все сразу. Что выберешь? Оружие или науку? Я хочу обучиться кузнечному делу. Слушай, некогда мне подмастерьев обучать. И так срок не укладываюсь. Но лучший способ учиться — делать ошибки и исправлять их. Так что начинай, а я подсоблю, если будут трудности, ладно? Но не чисти с вопросами, а то начну брать за советы осколки. Так будет честно. Давай поторгуем. Да, конечно.
Как бы мне еще и оружие получить? Да я бы с радостью. Просто тогда мне придется отказаться от оплаченного заказа, так что... Вот если бы ты нанял меня официально, понимаешь? Я не любитель вытягивать осколки у друзей. Но Фенрис твердит, что я слишком много работаю бесплатно, и с этим трудно спорить. Отлично. Я заплачу за изготовление оружия. Ты не пожалеешь, уверяю. Есть у меня одна давняя задумка — оружие с секретом. Все, руки не доходили. Но если ты мне кое-что притащишь, я для тебя постараюсь. Что скажешь? Насчет особого оружия. Я принесу то, что нужно. Ха, дружище, это будет шедевр. Правда, понадобятся лучшие материалы. О чем речь? Значит, для рукояти нужна крепкая кость. Крепчайшая. Не бросовая, какую любой придурок найдет. Потом плотная, жесткая кожа. Не искусственно уплотненная, та ни на что не годится. Кожа должна быть прямо камень. Хорошо, я достану. Стой, я не закончил. Кислота. Кислота? Ага. Самая жгучая, какая будет. Я нанесу на клинок узор и замешаю клей, который тролльей силе не поддастся. И где все это искать? Не на рынке. Придется поохотиться. Ищи старых зверей. В гнильцах полно крепчайшей кислоты. Это как у людей. Чем ты старше, тем язвительнее. Так, не отвлекаемся. Забавный факт о шипоспинах. С возрастом они усыхают изнутри. Снаружи незаметно, но кость у них становится тоньше, хотя вес они не теряют. Кость уплотняется, твердеет. То, что нужно. Кости шипоспинов. А кожа? Как раз собирался сказать. У молодых животных гладкая кожа. Но шкуру рыболапа как будто выдубили, прежде чем натянуть на него. Чем старше рыболап, тем жестче его шкура. Для нашего шедевра самое оно. Где же мне искать старых зверей? Понятия не имею. Охотница Астрид недавно рассказывала, каких зверей видела в округе. Что-то я даже записал. Сейчас. Вот, дальше ищи сам. Надеюсь, что в наших краях еще остались старые животные. А, еще. Если ты принесешь мне по две части каждого материала, буду очень благодарен. Мне и на будущие шедевры тоже хватит. Это я могу. Спасибо. Тогда доброй охоты. У тебя достаточно железа? У меня еще остались стальные бруски из Голиэта. Хранил для особого случая. Думаю, переплавлю их вместе несколько раз. Вот нам и нужный металл. И понял, что любить ее должен. Я бросил молот, да все зря. Как молот сердце билось. Но я вонючий, как свинья. Помнишь, как тут все было раньше? Еще бы. Сплошная пустыня кругом. Когда смотришь, чего мы тут достигли, меня наполняет гордость, что я тоже берсерк. Извини, я что-то разболтался. Меня зовут Брамбард. Рад знакомству. Я тоже. Скажи,
Есть ли у тебя новости из пограничных районов Каракиса? Марканы напали на одно из сердец мира. Правда? Сочувствую. А почему тебя это интересует? Нам людей не хватает, особенно в Таваре и в прибрежных районах. Но, как по мне, самая страшная угроза, она снаружи. В Каракисе слишком мало наших, и это нас погубит. Еще немного, и я сам в Каракис двину, проверить, все ли там в порядке. Я от Фенриса, насчет шахты.
Ага. И чего он сказал? Он дал мне денег. Нет, но тут, конечно, до хрена осколков. Но что я должен с ними делать-то? Дырки в шахте затыкать, чтобы газ не шел? Может, у тебя мысль есть, сынок? Да брось ты эту шахту. Закладывай новую. Сдурел, что ли? Шахты на дороге не валяются. Чтобы отрыть новую, вся жизнь уйдет. Может, закупорить источник газа? Это, пожалуй, самый верный способ. Но кому-то тогда придется спуститься вниз и найти этот источник. Смотри... Я понимаю, что старик Хламер уже много у тебя просил, но можешь и в этот раз подсобить, а? Не вопрос. Возьми себе немного фенрисовых денег. Купишь зелий исцеления или чего там. Так, погодь-ка. Кажется, у меня тут где-то завалялся противогаз. Говно говном, но все лучше, чем ничего. В общем, ты тогда осмотри шахту, а я придумаю план «Б». Хрен его знает какой, но что-нибудь да придумаем. Hmm!
Этот мой! Нет, я не справлюсь. Нет, я не справлюсь. Не сработало.
Отправьте отряд к главным воротам. Улицы перекрыть. Мы ожидаем критически важную поставку оружия в ближайшие часы. Если гражданские не будут подчиняться приказам, потребуются жесткие меры. Оружие отправить на склад. Код для ящиков 8472.
Ну-ка, да будет так. Дерьмо! Oh.
Мне нужна помощь! Ах ты, гнусь! Thank you.
Нечего тут шнырять. Ты принес звериные шкуры или просто видом любуешься? В любом случае, добро пожаловать. Я хочу все знать про звериные шкуры. Я готова покупать у тебя и простую кожу, и плотную, и платить буду больше, чем все остальные. Ну, так что у тебя есть? Этого мало. Этого мало. Ты одна тут живешь? Да. Напарник мой пару месяцев назад помер. С тех пор соседняя лачуга и пустует. Можешь там отдохнуть, если хочешь. Ты меня можешь научить чему-нибудь полезному? Конечно. Охоте, например. Тебе пригодится, и мне выгода будет, если шкуры ты будешь продавать только мне. Гони осколки, и посмотрим, чем я могу быть тебе полезна. Так есть у тебя что-то на продажу? Не то чтобы. Но некоторое время назад, уходя из порта, я видела одного парня. Он как раз строил что-то вроде хибарки. Похоже было, что у него с собой вполне достаточно барахла. Я не удивлюсь, если окажется, что он открыл торговую палатку. И где мне его искать? Это несложно. Иди по дороге по направлению к форту. Ты его не пропустишь. Если проскочишь и упрёшься в городские ворота со стражниками, поворачивай обратно и возвращайся. Ты его увидишь. Черт!
Не вышло. 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 Не вышло.
Не вышло. Черт, последнюю отмычку сломал. Эй! Эй! Мать твою! Пронесло, а? И так ты всегда дерешься? По четвергам, ага, и иногда и в другие дни тоже. Постой, сегодня что, четверг? Кто ты такой? Зови меня Лис. Хотя, не-не, сойдет, вполне сойдет. В смысле, кому какая разница, как в реалити. Я воин-берсерк. Ну, типа. Что значит «типа»? Ну, если спросишь в форте, они скажут, что я и на земледельца пока не тяну. Ты много времени проводишь в форте? Больше, чем мне нравится. Да и чем им нравится, по-хорошему. А в чем проблема? Не знаю точно. Что-то в моем прекрасном облике вызывает у моего начальства аллергическую сыпь. В результате меня кидают от паладина к паладину, как кусок мыла. Сдается мне, я для них чересчур коварный. Ясно. У тебя шило в заднице. Не любишь танцевать под чужую дудку. Ты говоришь про честь воина, правда? Чистое благородство самопожертвования, святость долга. Да блин, знаешь, никогда этой дури понять не мог. Ты тут один? Я был в разведотряде. Мы ходили в рейды вокруг форта, зачищали всякое. Но все пошло наперекосяк, потому что, ну, так оно всегда бывает. Мой паладин все время был мной недоволен, ныл и ныл, не переставая. Ну, я и сказал ему, куда засунуть свое нытье. Я просто честно сказал. Ну, знаешь, в рамках диалога. Ну, он мне за это впаял наряд вне очереди на смотровой башне. Я его отрубил, не жалуясь, ты не думай. Но потом я совершил еще одну ошибку. Перепутал его сапог с сортиром. И бах, я на неделю попал в строители. Короче говоря, чтобы не рассусоливать, я волк-одиночка, то есть лис. Ага, я заметил. Ну ладно тебе. Иногда просто настает четверг. Чего тут сделаешь? Ты часто охотишься у фиолетовых башен? Ты про то место, откуда приходят все эти милые дружелюбные зверюшки? Я держусь от них подальше. Часть моей стратегии – как не заработать отвал башки в плохом смысле. Знаю, знаю. Берсерки должны очищать землю от этих тварей, предотвращать нашествие. Ну, что тебе сказать? Такому красавчику ни к чему помирать молодым. Ну вот ты. Ты не молод, ты не красавчик. На что спорим, ты встречал этих милых маленьких зверюшек не раз и не два, а?
А как тебя зовут на самом деле? Ты просто погибаешь от любопытства, да? Тем меньше шансов, что я тебе скажу. Все настолько плохо? Ну, неплохо зашел, старина. Просто зови меня Лисом, как я сказал. Усек? Мне бы пригодился такой человек, как ты, если бы ты хоть какое-то представление имела о дисциплине. Командная работа — это просто не мое. Ну, а некоторые люди ее прям обожают. Последний чувак, с которым я работал, свалился в ущелье. Бум, и все. С тех пор я его не видел. О, кстати, ты боишься высоты? Да брось ты. Ты круто освоил это свое мочилово, да? Оружием владеешь и все такое? Вроде того. Ну и здорово. Тогда у нас все должно получиться. А, постой. Облом. Помнишь, я говорил, что я одиночка? Типа секунд 20 назад. Кроме того, я тебя никогда не видел в деле. Та потасовка мелкая не в счет ни разу. Это ты, клон, будешь сомневаться в моих боевых умениях? Ладно, ладно. А как насчет такой вот идейки? Я понятия не имею, откуда ты взялся, но предположу, что откуда-то отсюда, как и я. Так что получается, мы вроде как соседи, ага? Вроде того, ага. Тогда как насчет небольшой соседской взаимопомощи? Такой очень элитный соседский патруль. Пройдемся немного по Тавару, посмотрим достопримечательности, придушим пару тварюшек, познакомимся поближе, увидим, какая мы команда. То есть ты хочешь сходить на охоту? Ну, я бы это так не назвал. Скорее, подчистим округу, чтоб блестело, как у кота яйца. И если это значит немножко насилия, то так тому и быть. Ладно, веди. Я за тобой. Ладно, но учти, я быстро как пуля. Только успевай, ненавижу ждать. Понятно.